Всем доброго времени суток. С вами Лилия. Я уже говорила, что у меня исчезли папки с моими рабочими видео, поэтому этот кулон показываю уже готовый. И давайте немного расскажу о нем. Это кулон с мусковитом. Спинка у кулона открытая. И здесь ажурная сетка из бисера. Кроме мусковита и бисера, в кулоне еще присутствует терагерц. Очень мелкие бусинки, которые сверкают невероятно. Сам камень мусковит на обратной стороне тоже поблескивает. Бейл плетеный из бисера. Из металлической фурнитуры в этом украшении только колпачки на окончании жгута и замок-петля, так называемый лебедь. Колпачки и замок я покрыла цапан-лаком, на всякий случай. Квадратный жгут на 6 бисерин, сплетен из двух размеров бисера. Черный глянцевый номер 8 чешский и японский бисер 11 размера. Очень красивый бисер, номер цвета 322. Он как бы с бензиновым переливом. В качестве украшения на жгуте сделала небольшие шишечки. По две шишечки с каждой стороны от кулона. Бусинами их не назовешь, поэтому назвала их шишечками. Мне кажется, они очень украшают жгут. А вы как думаете? Давайте посмотрим, как это выглядит на манекене. Поскольку манекен 42 размера, кулон находится чуть ниже линии груди. Когда я примеряла на себе, на мне это смотрелось вот так. Вполне комфортная длина. Длина этого жгута 65 сантиметров. Размер кулона 6 на 4,5 сантиметров. Кулон свободен и ждет свою хозяйку. Кто хочет приобрести этот кулон, пишите в Telegram и на WhatsApp. Мусковит, терагерц, японский бисер. Посмотрите, как сверкает терагерц. Сейчас нет никакого освещения, кроме дневного света. То есть этот кулон будет прекрасно выглядеть и при дневном свете, и при искусственном освещении вечером. Выдался яркий солнечный денек, и захотелось вам показать, как выглядит кулон на солнышке. И, конечно же, камеры снова не передают всей красоты и сверкания этого кулона.